И вот мы потихоньку приближаемся к главному результату, к коммерческой составляющей проекта. А коммерческая составляющая говорит о том, что мой единый сюжет до 5 минут стоит 5000 рублей. Один выход. Но вот возникает вопрос, а как вам рассказать о том, чего бы мне хотелось с детства? Я двигаюсь, чтобы показать свою охоту, да и охоту многих детей. А это супермаркет «Орион». Мы приехали в магазин «Орион», который располагается направо. Налево склады хладокомбината, а вы направо поверните, по-другому не получится. Для чего мы сюда приехали? Мы сюда приехали для того, чтобы вам показать, как вы вместе со своим ребенком встретите 1 сентября. Потому что это очень скоро случится. Но не только 1 сентября вы будете вместе с «Орионом» радоваться, потому что в «Орионе» большое количество игрушек. А в этот раз оно стало еще больше. И понятно, куда ехать, и понятен результат. Да, склады, но и цена, и количество. Да такого нет нигде. Потому что у нас грядет 1 сентября. А в 1 сентябре как же без подарков-то? Так куда мы приехали? А мы приехали в магазин «Орион» за сверхшибательными подарками. Кстати, насчет количества. Показывал ранее, но не смогу не напомнить вам о машинках. А здесь их море. И для вашего перца тоже. Но как же без автомобилей-то? С учетом того, что автомобилей-то хватает, и без автомобиля ваш ребенок не пойдет. Ни в первый класс, ни в второй, ни в третий. Ну, это естественно все здесь. Потому как надо понять, что «Орион» — это место мегаавтомобилей. И на радиоуправлении, и для простого движения, и для сложного, и для жестких путешествий, и для гонок, и для тех, кто может ездить. И вы вообще должны понять, что только ребенок может себе заказать не один десяток автомобилей. А вы и купите. Ну а про роботов помните? Причем собачки бывают маленькие, собачки бывают большие, бывают космопесы, бывают робопесы. То есть понятно, да, места хватает. А еще есть замечательные роботы. И не только разговор, но и полеты. И пусть ваш киндер пока подрастает, но есть ведь и вертолеты. В смысле девочка-вертолет, который вы можете управлять простым нажатием ладони. Крутизна и почти левитация. Но может быть и нам в скором времени предстоит освоить левитирующие машины. А как бы хотелось, и понять-то надо. То, чем сегодня зиждется каждый день нашего молодого перчика, для нас-то и не снилось. Ну вот понятно, да? Это абсолютно новинки, я таких не видел. Вот, если мальчикам роботозавры и все остальное, то девочкам нужны феи. Мы сейчас показали, как эти феи работают. Как же они работают? И где они продаются? Цена небольшая, 600 рублей. Вот, вниз ставите, и дальше уже эта фея становится вертолетом. То есть вы рукой так берете ручкой, и она над вами так вверх, вниз, клево, да? Чем ли это не подарок для вашей девочки? Ну а теперь о том, где человек мелкий будет учить уроки. Так вот, ваш ребенок пошел в школу. Так где он будет делать домашние задания? Что он станет за большой стол, что ли? Да ну не получится, у него и рост такой небольшой, и все остальное. И гораздо проще купить его нормальные, недорогие парты. Вот их очень большое количество, они здесь есть. И для мужиков, и для девочек, и для тех, кто хочет выучить русский язык. И, по-моему, для английского тут тоже кое-что есть. То есть выбирайте. И ребенок спокойненько вам за это скажет огромное спасибо. И, наконец-то, наконец, разговор для девочек. Да потому что так надо, а не только про мужиков рассказ. Ну и вот мы сюда приходим и многое вам о чем рассказываем. Дело в чем заключается? Здесь постоянно новые куклы. Сегодня это абсолютно новые куклы. Посмотрите, вот они в любом и в разном состоянии. Цена вопроса 530 рублей. Чем ли не это подарок? Опять же, для вашей девочки. Ну, конечно, необходим разговор о куклах. Но когда я увидел 3D, то включил все я мозга и понял только одно. Так вот, для девочек. Для девочек есть замечательная кукла, да? Шикарная кукла, да, стоит 1500 рублей. Вот, она как бабочка начинает, и у нее там много чего такого. Я бы хотел показать, но не получается. А вы придите и купите. Так что хотите много, ну придите сюда. Немного настойчивости, и день знаний запомнится не только днем, когда школы-то и не было. Просто школа начнется, но пока вас дома будет ждать подарок. Каждый ребенок должен что-то собирать. Так вот, для детей, которые хотят что-то собирать. Я как-то говорил, а теперь хотелось бы продемонстрировать. Но вы все это можете сделать сами. Возьмите, тут много таких вещей, лего. Но лего стоит в 10 раз дороже. А здесь конструктор, который стоит 700 рублей, а леговский стоит 7000 рублей. Понимаете?
И таких вещей дофига и больше. Или такой, или такой, или такой. Да просто их очень много. Ну что, грузанул? Ну да, так бывает. А теперь вы грузите своих родителей. Кстати, процесс загрузки для них будет в местечке замечательном. Северо-запад Магнитогорска, по Советской вверх и по вокзальной налево. И мимо правого поворота вы не проедете, потому как это самое правильное место. И здесь направо, в третий ряд, и супер место, Орион. Ну и конечно, я бы не смог не продемонстрировать вам то, что я купил для сына. Потому что не могу никак. Вот это Лего. Я, конечно, понимаю, что мне придется потратить очередные там несколько дней, чтобы собрать ему замечательные вещи. Вот, по-моему, такая будет. Я не знаю, что такое, потом посмотрим. Вот. Это только часть того, что мы можем здесь себе взять. Потому что Орион – это не просто место, это мега-место. Потому что везде все одинаково, а здесь нету. И цены здесь гораздо дешевле. Зайдите, посмотрите и убедитесь сами.